Есть игра по горцу! Вы об этом знали? Я не знал, а теперь хочу, чтобы не знал. Она плохая. Блин, это полная гадость. А знаете, что самое худшее? Я знал задолго до того, как я включил, что она плохая. Что она не до конца удалась. Тут ведь было столько предзнамений. Эта игра, да единственный способ сделать ее менее привлекательной, это полить трупным ядом и поджечь. Хотя это еще можно считать неплохим началом. Во-первых, нужно заметить, что игра основана на мультике, который имеет мало общего с фильмом, и более того, во многом будет противоречить, опровергая фундаментальные истины. Надеюсь, что вам нравится мультик, потому что если вы фанат фильма и решили, что в эту игру стоит поиграть, приготовьте жрать землю. Seven centuries have passed since the earth plunged into darkness. Почему? Seven centuries since the Jeditor swore to regain for man his lost knowledge and freedom. Кто такие Jeditors? All the immortals took the oath, all except one who dominates the world. Какая клятва? Это кто? Ну опять ничего общего с кином! Ну ладно, считаю, в сюжете есть все ответы на эти вопросы, если захотите позырить. Действие происходит в полном постапокалипсисе. Правда, я не знаю, что сподвигло создателей объединить сюжет горца с постапокалипсисом. Ну, короче, расклад такой. Началась ядреная война, и атомные бомбы снесли все на свете. А 700 лет спустя люди начали кататься на тантонах и собираться на Стоунхенджах. Короче, бессмертные решили, что сражаться уже бессмысленно, иначе как восстановить человеческую цивилизацию, коли у них есть для этого средства. Таким образом, они стали пацифистами и забыли про игру. Но сразу после этого всех предал Кортон, который держал за спиной пальцы скрещенными. Да быть не может, он выглядел таким надежным и честным. Со стороны бессмертных это было довольно наивно, я имею в виду, но решить, что из-за каких-то слов все тут же откажутся сражаться, выброшат мечи, и никто не будет воспользоваться ситуацией, чтобы захватить мир и всех поубивать. Battle with me, I declare myself the last immortal and claim the prize. Supreme knowledge and absolute power. А я не мог знать, что он так может или он не может так мочь, он может. Так смочь не сможет? You have no right, Cortan. You are not the last. Сек, что не так с этим парнем? Он негр или нет? Это с губами-то у него что, я не понимаю? Они-то на серьезно, что ли? Это самая российская анимационная лента, что я когда-то... Хотя, нет, забейте, надо... Слушай, а кто эту фигню вообще сделал, а? А, понятно, он франко-канадский мультик-то. Канадцы-то в своей жизни черномазых никогда не видели. А все потому, что у негров хватает мозгов жить там, где люди уважают нормальный спорт. Айо! О чем это? Ага, почему этот парень похож на Джессику Билл? И почему он одет как рестлер? Так, еще секунду. Это Рамирес? Блин, похоже, Рамирес и тут засветился. Это опять противоречие с фильмом, но там столько противоречий, и Рамирес столько раз помирал, что нет смысла говорить. Но это выглядит не так уж и странно на фоне того, что Конор Маклауд тоже появляется в ленте. Он единственный, у кого есть яйца, и он бросает вызов Картану, нарушив клятву. Правда, ему это не сильно помогло, поскольку он все равно погибает. The last. You may have beaten me, but be warned, Cortan. You talk funny, Nash. Where are you from? Lots of different places. А кто-нибудь из этих мест был в Шотландии? Потому что я что-то шотландского акцента ни у кого не наблюдаю. Они ж нассали на все, что людям может быть знакомо, а? But soon an immortal will come to confront him. His name is Quentin MacLeod. He is the Highlander. А все Маклаудам обязательно быть бессмертными. Просто когда что-то называешь горцем, всегда ожидаешь увидеть побольше шотландцев. Если вы, конечно, не делаете уродское ответвление и называете его Ворон, какой ужас был. Все так любят произносить Маклауд. Маклауд. You cannot die, Маклауд. I am Connor Маклауд of the clan Маклауд. Маклауд! The Cloud! Самый фатальный из всех недостатков этой игры, что в нее можно играть только на Jaguar CD. Помните эту консольку, которая похожа на унитаз и нифига не работает? Помните, как задрот пытался починить, и у него обе штуки так в результате не заработали?
И даже его офигенный любовник Ричард ему не помог. Но к моему большому удивлению, ту, что купил я, тоже не робила. Но у меня есть секретное оружие, недоступное и одному задроту. Самый умный парень на планете. Эй, как дела там? Этот высер, просто полный высер. Я заставил его работать. Едва. Есть целая куча косяков, о которых он может споткнуться. И дело даже не только во внутренней поломке. Наука знает еще 5 случаев. Она может не работать, если CD-привод стоит недостаточно ровно. Может не работать, если контакты грязные. Может не работать, если карта памяти плохо втиснута. Ну и может не работать, если лазер или моторчик среди механизма не работает. Это часто случается. Но в моем случае все было еще хуже. Видите ли, так хреново сделан лоток, что когда закрываешь крышку, он плющит CD, а внутренности системы. Он так крутиться не сможет, и понимаете, что движку это не пойдет на пользу. Ну еще изображение, полное говно, а все потому, что единственный ее выход, что тут есть, это RF-антенный переключатель. Мерзкое забыленное изображение с помехами этого времена, когда даже у Супер Нинтендо были колокольчики. Даром, что я его починил, все равно зависает постоянно, и под постоянно я, блядь, подразумеваю, постоянно, блядь. Нафига калькулятор на контроллере? Нафига ручки на картриджах? Я никогда жопу не рвал, чтобы что-то столь говёное заставить работать. Я бы все это время в хаосы играть. Ну и напоследок, потратив 3 дня, чиняя эту какаху, еще столько же пытаясь записать видео для ролика, и тогда уже моторчик совершенно износился. Мой Jaguar CD отныне, вот с ныне во веки веков, мертв. Ну, в общем и целом, игра это просто с первой серии мультика. Кортан уже правит миром, и он завел себе странного гея-шута анального прислужника. Кортан страшно козлит, коль у него есть такая возможность, всех анально нагибает и порабощает. Он посылает своих штангтрупперов на танках, ага, на танках, угоняет в рабство шотландцев, наверное, потому что шотландцы хорошие рабочие. Silence! Cortan's orders. Eternal power to Cortan. Eternal power to Cortan. Мир, труд Кортана, а? А знаете, это место не очень похоже на Шотландию. В Шотландии не было таких огромных пустынь и песчаных гор. Что, ну, наверное, это сделали метеор или ядерные бомбы. Кибернетический супер-мачо-мен и его солдаты поработили деревню и убили мать главного героя. Она рассказывает Квентину, что он не Данди, а Маклауд. Наверное, это важно. Да, мой безоружный сын, иди уничтожь этих бронированных говнюков, разгоняющих на танках своими, блядь, голыми руками. Маклауд, why are you calling me that? Because that's your true name. Obey your mother, boy. Come here and fight. О, спасибо, Мас, спасибо, что сказал, что я не Данди, потому что если бы я был Данди, я бы сказал, это не нож, вот это нож. А теперь мне хана. The lessons finished, child. Why did you call me McCloud? No! Пардоньте, я знаю, вы хотели все серьезно обставить. Давайте еще разок. No! 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 Не совсем понятно, что произошло, но что-то явно произошло. А потом мы переходим к Рамирезу. At last! 700 years waiting for this moment. Quite a long time, I have to say. А почему ни у одного шотландца нет шотландского акцента, хотя Рамирес говорит шотландским акцентом, хотя он вообще-то испанец? I'm not Spanish, I'm Egyptian. О. Потом начинается игра. Не знаю, как бы это сказать. Вообще, не стыдно жаловаться на графику в такой старой системе, но она некрасивая. Персонажи — это мерзкая, нескладная кучка полигонов, угловатая, и она чуждо смотрится на двухмерных фонах. Самое лучшее сравнение — это мерзкая копия игры Alone in the Dark с ПК. Правда, она вышла 2 годами ранее, если не больше. Правда, она как-то умудряется выглядеть лучше и играться интереснее. А тут даже силиконовые ролики выглядят гораздо хуже, чем графика в самой игре. Нужно постараться, чтобы так сделать. Игру вы начинаете без меча, и вам приходится сражаться в рукопашную с вооруженными охранниками. И это так же тяжко, как кажется.
У вас три атаки. Дурацкая перпот, которая никогда не попадает. А еще, похоже, Квентин фанат малыша каратиста, поскольку остальные два удара — это удар ногой и подножка. Это, кстати, единственная полезная атака, потому что канада врага может нормально дотянуться. А вот этот охранник, похоже, еще бессмертник Квентина, потому что я долбил его по коленкам раз 20, а он так и не грохнулся. Меч мы получим позже, и чисто случайно, но сперва вам нужно открутить ворота, а для этого нужно найти деревянную палочку. Притом палочку вполне определенную найти в деревушке, вместо того, чтобы взять любую с земли. А еще палку нельзя использовать как оружие, ей можно сломать только этот замок. Как сами понимаете, палка-то гораздо крепче, чем стальные цепи. Ну, кроме стальных цепей на сундуке в одном из домиков, поскольку на ней палка не работает. Для этих целей нам нужна ломочка. На самом деле это звучит вполне разумно, люди, просто вы ничего не понимаете. Потом отправляйтесь на Стоунхендж, потому что больше идти, в общем-то, и некуда. Там вы находите Рамирес, и он дает вам меч Маклаудов. Ну, на самом деле он просто втыкает его в землю и уходит. Так, Стик, а где меч-то? Не, серьезно, куда он делся? Не, даже секунду назад тут был, что за блядская... А, не, вот он. Это, наверное, такая игра. Погоди, а чё меч желтый? Ну, с какого хрена он желтый? Как можно меч-то неправильно покрасить? Странным образом, меч не наносит больше урона, чем голые руки. Будучи невооруженным, я выношу стражника с 3 или 4 ударов, а экипируя меч, я уношу с 3 или 4 ударов. Причем есть несколько атак, но опять же полезна только одна. Выпад может хоть как-то достать врогов. Есть атака с замахом в прыжке, но вам не советую ее использовать, потому что если вы один раз промажете, вы уже никогда не успеете вовремя развернуться и вам наваляют. А еще все стражники выше вас, поэтому атака выпадом всегда направлена прямо им по сокровищам. Квентин Маклауд играет грязно, да, при этом спокойный как танк. Значит, вы бегаете по Шотландии, бессмысленно нарезая людям яйца. Но, по моему мнению, скоты из Скотландии все равно больше ничем не занимаются. Взяв на вооружение эту тактику, игра становится почти легкой. Я говорю «почти», потому что управление все равно гонит по носу наружу из моей, блядь, многострадальной сраки. Из-за инвалидского поведения вы все равно будете умирать много и часто. Герой двигается так, как будто ходит по горло в луже из грязи. Просто повернуться на месте занимает аж 4 секунды. Каждый поворот под прямым углом 90 градусов. Буквально, управление так убито, что пройти по прямой 5 шагов почти нереально. Буквально, большую часть времени вы посвятите тому, чтобы заставлять его пройти куда тебе надо. Надеюсь, удача будет на вашей стороне, когда вам нужно будет пройти по узкой планочке на мосту. И помоги вам Бог, когда вы доберетесь до момента с прыжками. Наверное, потому что Квентин постоянно бухает, да, нужно всю игру пить специальное пиво от высокогорцев. Само здоровье не восстанавливается. А что делать плохое управление хуже? Так это камера. Она наверняка работает на Кортана, потому что она сделает все, чтобы вас в гроб загнать. Это, блять, смешно уже. Никак не пойму, почему нужно 2-3 раза каждый раз полностью менять ориентацию в пространстве, просто пересекая комнату. Я же, блядь, просто хочу пройти нахуй. Да, что за фигня? Камера скачет на такие огромные дистанции, что я не могу понять, откуда я пришел и куда я иду. Ну где, блин, я? У меня никакого ориентира, никакой карты, я не знаю, куда мне двигаться. Невероятно весело, когда враг бьет тебя откуда-то из-за края экрана. Или когда ты не видишь вообще, что происходит, потому что что-то загораживает план. А еще веселее становится, когда вас от боли отбрасывает назад после удара, и вы оказываетесь заперты между двумя углами камеры. Игра понятия не имеет, какую камеру использовать, поэтому решает задействовать обе. А еще бывает, стражники выкидывают вас из комнаты, а это случается чаще, чем может показаться. Правда, эти сосунки не могут выйти наружу, поэтому будет спокойно дождаться вашего возвращения. Боевка просто сосет. Попасть невозможно, удар носится кое-как. Иногда промахиваешься, тогда ясно видно, что попало, иногда попадаешь, когда вообще за 3 мили промахнулся. Ну и, конечно, большая проблема, анимация, когда носит урон. 4 секунды вы бьетесь в огонь, и за это время враг может ударить вас еще. Таким образом, вы будете корчиться, пока не умрете и не стягнет ваше здоровье целиком.
Это безнадежно. Единственное достойное оружие в этой игре – это резиновый цыпленок. Резиновый цыпленок. У него хорошая дальность, и он убивает с двух ударов. Однажды вы окажетесь в пустыне, посреди Шотландии. Прикольно, зеленых просторов, сделав один простой шаг, однажды попасть на какой-то сраный Татуин. Вот уж где игра станет реально бесячей. Вы будете бродить тут часами, пытаться разобраться, куда вам нужно идти, что вам нужно сделать, что от вас требуется. Вы очень быстро потеряетесь, поскольку все экраны друг на друга похожи. И добавьте к этому то, что музыки в игре нету. Ну, рады, что в конце. Ну и повторяющийся отрывок 2 секунды нельзя назвать музыкой. Но в пустыне вы будете слышать только звуки ветра, которые замкнуты в маленькое-маленькое кольцо. Это даже не похоже на ветер, это похоже, как будто кто-то засранец дует тебе в ухо так. Sandstorm. Sandstorm. It's all part of a new program we like to call Deep Hurting. Deep Hurting. Но хуже всего эти ебаные в сраку снайперы. Их тут двое, ну по крайней мере смог увидеть только двух. Разве с этой поганой камерой скажешь, сколько их там вообще? Их невозможно заметить, и от них невозможно увернуться. Ну беги быстрее, ну блин, ну нет ничего, что можно им противопоставить, им высоко. Они засели вверху на камнях, у меня нет возможности туда подняться. Пробуйте, что хотите, не выйдет. А чё меня вообще должны волновать парни с пушками? Я в кино видел, можно 1000 пуль в живот принять, и ничего тебе не будет. 112, myself. Есть уровень с канализацией, ведь он всегда есть. И он полный отстой. Вот подойдя к этой части, я чуть не сошел с ума, все не бросил и не сломал контроллер об колено. Потому что тут есть загадка с огромным вентилятором. Реальность такова, что говно всегда должно падать на лопасти от вентилятора. Но делай что хочешь, никогда ни за что через него не пройдешь. Дождись нужного момента, когда кажется, уже можно вполне спокойно пройти, и обломайся. Не вышло. Что будете делать? Ни за что не угадайте. Нужно использовать таймер. И я не шучу. И вот к тому единственная подсказка. Ну и легко догадаться, что нужно использовать таймер, чтобы засечь время, когда поворачивается лезвие. Ну а чё? А вот заставки он часы не использует. Он спокойно перепрыгивает сам. Ну нету смысла в этой головке, нету и все. Почему Рамирес не попросить остановить вентили? У него хорошо получается, мы все знаем. Следующая проблема – дверь на пост охранников. Уходи, это все? Я... Мне приказали убить, при первой же возможности я тут стою с окровавленным мечом возле трупов его собратьев, а он говорит, уходи. Надеюсь, вы изгоняли в деревню, нашли там фонку, взломали замок на сундуке, потому что если об этом заранее позаботились, то сейчас пришло самое время это сделать. Откуда униформа охотников в запертом сундуке в деревне дандийцев? Откуда она у них? И почему нельзя снять униформу с мертвого солдата? Почему нельзя было найти ее сразу? Ведь с него снимут атаковать враги. И с какого же... Хуя, чё? Он снял униформу? Зачем? Нафига? Как? Зачем? От чего снимать униформу? Он сбросил себя быстрее любого стриптизера. Что за ебанько? Дождитесь последнего уровня, где еще больше снайперов, которые могут стрелять, где бы вы ни находились. Единственная возможность для вас, это сохранять игру, где возможно, когда только возможно. Эта игра будет нагибать всегда и часто. Еще одно наебалово в том, что невозможно точно сказать, как правильно сохраняться. Нигде об этом не написано, нужно просто знать, что нужно нажать старт и C. Игра сохраняется как save state, за тем исключением, что каждый раз из вашей руки пропадает меч и нужно снова его экипировать. А с чего бы мне хотеть его убирать, а? Ну даже оружие взять, это и то проблема, потому что инвентарь это просто, блядь, что-то с чем-то. Вам нужно перебрать по одному кучу всякого барахла, который забит в рюкзак, чтобы найти то, что вам нужно. С горем пополам пересеча мост длиной более 9000 километров, вы сходите в комнату с еще двумя парнями. И вы победили.
Ага. Просто открывайте еще одну дверь, и вот все дандийцы. Вы победили. Представьте, в игре нету босса. Да весь мультик основан на том, что есть босс. Вот айболы. Вам не дадут сразиться с Кортаном. Российский стереотипный негр будет с ним драться. Да вся игра основана на этом сражении, а нам дают всего лишь безымянную солдатню опять укокошить. Кстати, только с этими солдафонами и будете драться всю игру. На всю игру только один вид врагов, это не считая снайпера, поскольку с ними все равно не подерешься. Одна вражина, даже шута не дадут завалить. Ну, в общем, это игра про горца, в которой нет шотландцев. Фехтование проебано, и вы не бессмертный. Бошки рубить нельзя, оживление совершать нельзя, но нету злодея. А больше всего меня расстраивает факт, что я сам себе на это заставил пойти. Никто никогда не играл в эту игру. Да никто и не смог бы. Он вышел на долбанном страху Ягуар CD, бля. Ни у кого никогда она не работала. Это был колоссальный просер всех полимеров. Ты! Да, ты! Ну что? Зачем ты вообще эту хрень починил? Ты мог бы мне соврать, ты мог бы избавить меня от стольких мучений. Даже у задрота хватило ума, чтобы сдаться. Задрот. Не вини меня, что я гений науки. Ну за что они так мучают горца? Первый фильм был так хорош, но они продолжали все пошлять. Да ты игра капец, чуваки. Есть игра еще более старая для ZX Spectrum. Найс. А, кстати, ты заценил трейлер в новой игре, который был на DVD с Горец Источник, а? В смысле нет? Ну и как оно? Ну вообще, выглядело потрясно, но игру отменили. А у нас что, есть Горец Источник? Он вернется. Они всегда возвращаются.